Здрасте. Купил сегодня себе таблетки вот такие от курения. Честно говоря, не знаю, как оно там видно. Планшет я зацепил за козырек, который от солнца должен защищать. То есть экрана я не вижу. Ну, в общем, купил себе табекс. Хочу бросить курить. На самом деле их два. Один себе, один родственнику. Вот. Мне очень понравилась упаковочка. Вообще, как все сейчас оформлено, потому что года два назад я покупал табекс. И, собственно, бросил с ним курить. Потом через полтора месяца снова начал. Но проблема не в таблетках была, а в, видать, в моем отношении к курению. Легкомысленном. В общем, сейчас я вам покажу, как оно теперь выглядит. Вот такая вот штука. То есть тут все написано, через сколько часов употреблять, сколько, ну, таблица разделена на дни, стрелочки. Тут тоже вот так все аккуратненько, красивенько. То есть если раньше там была просто обыкновенная пластиночка, две штуки было пластиночки, нужно было самому считать, там, блин, забыл, не забыл выпить. А тут уже как бы ты видишь, ага, пропустил или не пропустил. Пить, не пить. В общем, мне очень понравилось. Так, поподробнее попробую. Видно, не видно, не знаю. В общем, буду бросать курить. Вставать на лыжи. Зима скоро. Надеюсь, в этот раз я брошу курить и больше не буду начинать. А таблетки вообще, ну, в этой упаковке я не знаю, как они действенные, недейственные. Но те, которые были простенькие, там была вот примерно такого размера упаковочка. Я серьезно говорю, я с ними бросил курить. Вот. Все.